Книга пророка Исаии. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» Я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города и не останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле».